Кевин Костнер с Waterworld. Чувак знакомый сделал. Была, короче, пародия в Симпсонах на водный мир, где Милхаус подходит к игровому аппарату, который стоит, чтобы в него поиграть, $10. Он к нему подходит, закидывает, короче, 20 монет, кажется. 20, да? 20 монет закидывает, такой, о, это будет хорошо. Нажимает кнопку «Начать игру», делает шаг вперед, надпись на экране «Game Over». Вставьте еще, короче, 20 четвертаков. Он такой, что за наебалово? И начинает опять, короче, впихивать, знаешь. И на этом, типа, вся пародия заканчивается. Вот. Исходя из этого, чувак сделал игру полноценную. Выглядит она примерно так. Пожалуйста, вставьте 40 четвертаков. 40. Оп, что-то я 20. О, да. О, да. Доллар есть. 2 hours later. 38. 39. 40 quarters. This better be good. Так. Старт. Game over. Please deposit 40 quarters. What a rip! Окей. Серьезный гейминг, я тебе говорю. Нормально. Чего? Грязь. Получил грязь. Тут проблема. Короче, ты не можешь просто кнопку зажать. Тебе нужно ее каждый раз нажимать. Быстрее будет. Сигарет нарисован. Я что-то с таймингом не могу понять. Ну вот видишь, я что-то нажимаю, вроде кнопку. Съедает, не пойму. Game over. Please deposit 40 quarters. Может, еще не полетит, надеюсь. А я нажал! Блять, она что-то как импуты, что ли, жрет? Или тут прям нужно очень... Угу. Очень как-то по-серьезному все, да.
О, здорово. Trade here? Ага. Прикольно. Она поворачивается. В зависимости от того, где ты стоишь. Забавно. Наглею. Вот, успеваем. Типа Альфруматол. Земля это миф. Он на самом деле хотел сделать только, типа, первый уровень, но что-то, короче, увлекся и 3 месяца делал эту игру. Увлекся. Так, это что, рандом, что ли, или что? Я не пойму. Рандом. Так, момент, чтобы отдохнуть. Окей. Ебадаро чудовище. Музон. Окей, раза два могу ударить. 3-4, наверное, даже. 3-4 нормально. Мне кажется, эта штука не такая большая в фильме была, нет? Окей. Окей. А, потерял цветок. Томаты потерял. Курильщики заплатят. Окей. Нет, супер быстрый. Тайминг галимый у меня. Дирижабль летит.
Yeah. Я по привычке, короче, просто вниз задержу. Это так не работает. Фак. Фак. Окей, давай. Закидываю монеты. Бля, у меня все. Грязная девчонка. На. На тебе мои монеты. На. Жри. Ска. Окей. Теперь медленные. Рано прыгнул. Это пародия на пародию Симпсонов. Ты играешь в этой игре за Милхауса, который играет за Кевина Костнера. Сука, я думал, опять такая хуйня будет. Так, шаг вперед, вниз. Шаг вперед, шаг назад. Ха-ха! Не обманешь. Game over. Please deposit 40 quarters. Меня автомобиль убил. Мне нравится, как кругом бычки валяются. О, Дикон! Воу! Ау! Дикон. Воу! Это все, что ты делаешь? Почему ты лазером стреляешь? Я не помню, как он в фильме. Окей, что-то выпало, не знаю, что я успел взять. Полетел на дирижабле. Мне кажется, эту сцену взяли прямиком из заставки Симпсонов. С этими облаками. Нашел землю. Окей. Я сделал это. Ах, нет. Это уже подарок от автора, короче. Чисто подарок от автора. Он очень любит чужих. Даже не удивляюсь тому, что он сюда это впихнул. Хотя этого в фильме вроде как и не было. Че это такое? Где че? Game Data Error. Not load item key. Хуйня какая-то. На самом деле не хуйня.
потом разберемся. Тут очень много секретов просто. Game over. Please deposit 40 quarters. А еще игра на глобальном таймере. Да долго тебя бить-то? Да, тут уже конец игры. В следующей комнате. Эллен Лорд. Пог. Рано! Твою мать, рано нажал, на, рано, нет, а, чёрт. Не люблю такое. Когда надо долго, знаешь, одно и то же делать. Как в гонках 20 кругов ехать. Возвращается к воде. Маринер. Я тут принадлежу. В воде, в смысле. Он же не остался на суше. На, кура, шах. Хоба. Аркадная игра, основанная на самом дорогом фильме, который был когда-либо сделан. Каст персонажей. Маринер. Смокер. С ножом. Смокер с гарпуном. Курильщик. Хелен. Норт. Велифин. Так. Курильщик с бомбой. Дикон Мобиль. Дикон Мобиль. Сам Дикон. Чужой. Внезапно. Лорд чужих. Тримаран. Дирижабль. Грязь. Томатное дерево. Накос. Ожерелье. Ракета. Огонь. Части. Prefire. Это вода. Кассета с гольфом. Понимаешь? Ключ. Музыкальная коробка. 5 страниц. Ранг у меня ужасный будет. Я больше чем уверен. Что я ничего не нашел. Да. 520 четвертаков я использовал. Охереть. Один. Ты ужасный игрок. Ты ужасный игрок. Е. И иди, пожалуйста, увидеть водный мир в кинотеатрах рядом с тобой. А чё, крутят? Здесь есть разные концовки, и куча, короче, секретов. Я вроде как знаю, где они, но могу, конечно, что-нибудь пропустить. Ну, я, наверное, это сильно не буду морочиться. Типа, можно пройти, получить супер хорошую концовку, пройдя игру, ну, типа, за 20 четвертаков, что ли, все. Или что-то типа того. Ну, я хотя бы предметы соберу. Вот теперь настоящая игра.
грязь. По сути, обязательная хрень. Так. Обменяли. Взяли. Окей. Да норт. Окей. Типа нажать кнопку здесь нужно, чтобы взять этот значок. Ой, не значок, ленточку взять. Окей. Супер напряженная игра. Прицепили томатик. Сделали шаг вперед. Построили части. Построили вот это. Да где там кнопка-то? Утилизировали. Увлекательный геймплей, прям как в фильме. Взяли водичку. Окей. Раз, два, три, четыре, пять. Обидели. Курильщики заплатят. Серьезный. Так, это быстрый который? Здесь, короче, нужно подождать, чтобы дирижабль пролетел. Это будет типа секретка. О, секретный листочек. Ну, поехали. Давай, давай. Все. Ушатаны. Окей, здесь еще одна секретка. Так, fire? Как это вот эта штука красная называется? Ну что, нажимаешь вниз, он сам встает. Даже если ты держишь кнопку, пофиг. Хотя, мне кажется, если спамить, можно лететь просто бесконечно, да? Ну почти. Что там дальше-то? Так, здесь нужно кинуть, как в фильме. Помните, в фильме это было? Вот это я, кстати, не знаю, что такое, я так и не понял. Возможно, это какой-то он баг сделал, или что-то просто не доделал. Оставил просто. Так, самый сложный противник в этой игре — дверь. Так. Шаг вниз. Шаг назад вниз. Окей. Использовали воду. И получили кассету с гольфом. Кто-то сейчас сидит и думает, что это было в фильме. Все весьма интересно. Есть расширенная версия этого фильма, где раскрывается настоящий замысел курильщиков. Зачем курильщики хотели найти сушу? Чтобы Дикон, их главный, смог поиграть в гольф на суше. Гениальный сюжетный ход, который вырезали в обычном, как бы, ну,
издание, которое бы все видели, типа, ну. Пипец. Кстати, о Дикане, да? А вот и он. Есть. Фу. Я сделал это. О, нет. Окей, логово чужих. Внезапно. Здесь куча секретов. Вот это, например, кнопка вот здесь нажимается. Нет. Так вот, дальше. Этот ящик. А где там кнопка-то? А, ошибка. Невозможно загрузить ключевой предмет. Забанен, короче, Милхаус, все. Ключ есть, окей. Надо было всего лишь стукнуть по аппарату, чтобы появился ключ. Здесь две стены кнопки. Сюда нужно поместить томат. И нужно, чтобы получить ожерелье. Я говорю, тут секретов я ядрил. Окей. Здесь в конце нужно нажать кнопку, чтобы открылось вот это. Чтобы сюда могли вставить кассету с гольфом. Чтобы получить вот это. Музыкальная шкатулка. И Элен Лорд. Окей. Найс. Его просто нужно сбить. Фу. Да, я же все нашел. Старайся лучше. Да, конечно. Пожалуйста, иди и посмотри «Водный мир» в кинотеатрах рядом с тобой. Вот такая игра. На 5 звезд я что-то не горю желанием этим всем заниматься. Это, ну, это, блин, реально придется без смертей проходить. Задротить, короче. Я не хочу.